немцам в Москве. Если мы сейчас не пойдем на крайние меры, нам этого не простят. Ничего не забудут и ничего не простят. Не стану скрывать, немногим из вас суждено вернуться. А если вы попадете в плен к немцам, погибнете от пыток. Что же это получается? Нам оружие совсем не понадобится? Каждый, кто оттуда возвращается, уже другой. Внутри. Другой. Не боюсь. Все выдержу. Ты сделана из другого теста. Нам нужны такие, как ты. Сотрудничай со мной и будешь жить. Ее имя? Зоя Космодемьянская. Ты не партизан, а диверсантка.